первый вопрос. Насколько сегодня оправдал ожидания, скажем так, главный бой? Многие сейчас говорят о том, что Ильич как-то не показал себя, практически не бил. Слушай, мне вообще не понравилось то, что он делал. И у меня вообще, я к нему два раза сюда подошел. Почему ты не бьешь? Почему ты... Один там что-то навстречу показал удар. Ну, был один навстречу он попал. И то, наверное, сам не ожидал. Вот. И вот вообще я не понял, что это такое. Ну, в целом, Мага умеет все равно из пальца, да, любую ситуацию высосать. Он показал хороший бой. Он развлек всю публику, всем все понравилось, все. Но слава богу, что у нас были такие бои, да, как с Чибисом, с Мубаракшо, там, Никулин, Мирзаев, Лейн. Туйнов — это вообще, мне кажется, сказка. Кстати, вот насчет Туйнова, Влад сказал, что... Я ему задал вопрос такой шуточный, что, мол, теперь можно подумать над тем, чтобы правда вводила бонус за лучший нокаут вечера. Вот что вы думаете за такой нокаут, Влад Туйнов? Сегодня это лучший нокаут? Ну, да. Но, знаешь, мы ему предложим условия намного интереснее, чем бонус за нокаут. Так что... Еще два вопроса. Магомед Исмаилов сегодня оправдал ваши ожидания? Вот насколько понравилась работа Маги, насколько он сделал то, что вы от него ожидали, скажем так? В комплексе, не то чтобы сегодня, вот полностью за весь этот период. Нормально, мне понравилось. Мне с ним всегда нравится сотрудничать, на самом деле. И он мой друг. То есть все вместе взятое. То есть если спросить меня, жалеешь ли ты? Нет, не жалею. Мне все понравилось, я доволен. Просто хотелось на фоне вот этих со главных боев, которые были очень жаркие, я таких боев давно не видел, на этом фоне хотелось, чтобы чуть-чуть получше выглядел тоже этот бой главный. Ну, вот так получилось. Ильич, вы уже сказали, не оправдал своих надежд. Я так понимаю, что больше сотрудничества с ним, правда, уже не планирует. Нет, зачем нам такие бои? Мы против таких боев, нам нужны интересные бои. Вот кто показал, я со всеми, всех этих ребят я еще раз приглашу на правду, только уже в других парах. Все.